Тем временем в Алматы во всеобщей иммунизации все активнее участвуют работники сферы услуг, поскольку ежедневно они обслуживают десятки людей и могут быть разносчиками инфекции. Всего же за сутки в городе вакцинировано более 7 тысяч человек. Это данные городского управления общественного здоровья. Роберт Граф о текущих темпах вакцинации. Парикмахер Ольга и администратор Алла ежедневно обслуживают десятки клиентов. Понимая всю ответственность за здоровье посетителей, они решили привиться. Я поставила первую вакцину и вот 2 числа поставлю уже 2 дозу. Сделала я это для того, чтобы обезопасить в первую очередь себя, конечно, своих клиентов, которых здесь немало, каждый день обезопасить окружающих. Я тоже поставила первую прививку, собираюсь сделать вторую, чтобы обезопасить себя, своих родственников, свою семью, а также наших гостей. Делают выбор в пользу вакцинации. Впрочем, не только работники сферы услуг, рядовые жители тоже активно присоединяются ко всеобщей иммунизации. Одна из них – пенсионерка Райхат Кусаинова. Женщина пришла в поликлинику по собственной воле. Говорит, что только так сможет защитить себя и окружающих от опасной инфекции. Первую прививку я сделала 1 июля. Это я пришла за вторым. Ну, надо, значит, надо. С начала кампании в Алматы первым компонентом привились более 700 тысяч человек. И этот показатель ежедневно растет. По мнению врачей, к вопросу иммунизации каждому нужно подходить осознанно. Мы призываем население, те, кто не привился, те, кто еще был на медотводах, те, кто перенес инфекцию и прошло уже 6 месяцев, по каким-то разным причинам были медотводы, мы просто призываем осознанно подойти к этому вопросу. Между тем, на днях в город доставили очередную партию отечественного препарата «КазВак». Около 5000 доз казахстанского препарата передали городским поликлиникам. Для тех, кто хочет сделать вакцину, работают 158 прививочных пунктов при медицинских организациях, школах, на объектах культуры и спорта. Роберт Граф, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».